давайте не будем о Баде, давайте поговорим о Боге. Я объясню о чем. А как же так, что вы нарушили главный принцип? Вы захотели убрать коррупционную составляющую, но в то же время мы знаем, что, допустим, на газ тарифы для религиозных организаций остались достаточно на низком уровне. В районе 3900 за 1000 кубометров. Да. А для обычного человека 6900. 3000 гривен на 1000 кубометров – это много или мало? Для обычной среднестатистической семьи это более чем громадная сумма. Так что же получается людям? Объединяться в кружки сатанистов, регистрировать их, а после этого идти и говорить «дайте нам нашу скидку»? Или вы в этом случае несколько лицемерите? Мне просто интересно, где действительно реальная цена, та, которую будут получать религиозные организации, или та, которую будет платить пенсионерка, у которой еще снимают, к тому же, часть пенсию в виде налога?